В одной из запорожских школ на французском языке детям в игровой форме поведали о том, как беречь природу. Посмотрели представление и подучили французский и наши журналисты. В актовом зале школы номер 50 собрались ученики разных возрастов. Французский здесь изучают с первого класса, поэтому франкоязычный спектакль должен быть понятен всем. Под веселую музыку в ярком костюме появляется актер, он же сценарист, он же постановщик в одном лице. Анри Виктор Ас приехал по приглашению французского культурного центра. Нынче, в конце ноября, в Париже состоится саммит руководителей государств по климату. И в рамках этого саммита посольство Франции организует серию мероприятий на французском языке вот в такой форме, в игровой форме, для того, чтобы воспитать, помочь нам воспитать наше общество, чтобы обеспечить свое собственное будущее. Этот спектакль уже видела 10-тысячная аудитория в Шанхае и Пекине, рассказывает актер. Китайцы предпринимают много усилий по защите окружающей среды. Анри Виктор Ас говорит, с удовольствием вносит свою лепту в этот процесс и в других странах, куда его зовут. Moi, quand on m'a proposé de faire des spectacles en Ukraine, ça m'a fait très plaisir parce que je pense que c'est un pays qui en a besoin un petit peu et que j'ai fait vraiment un effort pour venir ici parce que j'avais vraiment envie. Зрительская аудитория от спектакля в восторге. Дети подпевают, хлопают и делятся впечатлениями. Мы как бы уже почти без пяти минут выпускники, нам бы, конечно, хотелось окунуться как-то в детство. И вот этот спектакль нам очень понравился тем, что он напомнил нам, что ну, мы как бы дети, и что нужно следить за тем, как ты обращаешься с окружающей средой, что ты делаешь своими руками. Сортировать мусор, экономить воду и электричество – такие простые и важные вещи стоит прививать с детства. А когда правила преподносят с помощью песен, танцев и фокусов, дети запоминают их с удовольствием.